Hello children, today let's begin our lesson. Today we will speak about expressing a future meaning. Мы сегодня с вами обобщаем наш раздел путешествия и раздел времена для выражения будущего действия. Повторяем. So, here you can see sentences. Видите предложения, в которых пропущенные слова. Причем, обратите внимание, это не глаголы, это и обычные слова. Существительные, либо какие-то слова на обозначение действия, но они не их ставить в определенное время нет необходимости. Давайте попробуем их прочитать. I'll do my tomorrow. I'll make my without a fight. I'll help you do the. Please, can I go to the party tonight? All my are going to be there. Everybody is going to. They are all going to have a good. Please, please me another chance. I'll go to bed early. I'll even turn out the light. I'll do the washing up all. Please let me go to the party tonight. So try to do it yourself. Попробуйте сделать самостоятельно. Вот слова. Давайте проверять. So, I'll do my homework. Я сделаю свое домашнее задание завтра. I'll make my bed. Я застелю свою кровать. Make my bed – устойчивая фраза. I'll help you do the shopping. Do the shopping – устойчивая фраза, делать покупки. Please, can I go to the party? Да, на вечеринку. Tonight. All my friends, друзья, are going to be there. Everybody is going to dance. Собираются танцевать. They are all going to have a good time. Хорошо время провести. Please, please give me another chance. Дай мне еще один шанс. I'll go to bed early. Когда? Tomorrow. Завтра. I even turn out the bedroom light. Да, свет в спальне выключу. I'll do the washing up all week. Всю неделю. Please let me go to the party tonight. Итак, какие же времена мы использовали в данных предложениях для выражения будущего действия? Первое время – это future simple. Действие, которое, возможно, произойдет в будущем. Это может быть как однократное, так и повторяющееся действие. Обычно какие слова употребляются? Подсказочки – это tomorrow, the day after tomorrow, то есть послезавтра, tonight, next year, in some days, one of these days, some days, soon и так далее. Напоминаю вам, что future simple мы используем, когда мы хотим сказать, что не уверены, что действие произойдет на 100%. С такими словами, как maybe, I hope, I think и так далее. Так, конструкция to be going to. Собираться что-либо сделать. Как она у нас образуется? Берем подлежащее, берем am is are, going to, плюс глагол. Так, дальше. Вот они, вот наше предложение с будущим простым временем, да, попробуем, или обычным временем, будущим простым, или с конструкцией собираться что-либо сделать. Давайте попробуем выбрать, что же у нас здесь будет. Look at these clouds. It is going to rain или will rain soon. Смотрим на предложение и как вывод из него, что собирается пойти дождь. It is going to rain soon. We hope he will come или is going to come here in a minute or so. We hope. Мы надеемся. То есть мы не уверены. Поэтому will come. Так, то есть у нас есть future simple, у нас есть конструкция собираться и, соответственно, остается у нас present progressive или настоящее длительное действие, которое мы используем, когда хотим сказать, что действие запланировано, оно 100% произойдет в будущем. С какими глаголами движения, либо действия оно используется. Например, they are getting married in June. Они поженятся в июне. Это точно произойдет. We are leaving at 11 o'clock in the morning. Мы уезжаем, да, в 11 часов утром. Так, вот еще раз давайте на образование посмотрим. So, present progressive. А это у нас подлежащее. Am, are, либо is. И глагол с окончанием ing. То есть, например, I am playing. We are playing, he is playing, то есть I am всегда, we, you, they, это are, is, это it, he, либо she. Ну, если существительное, соответственно, меняем его местоимением, чтобы понятно было, какой нам помощник взять. Дальше, конструкция собираться, еще раз, это глагол to be, опять-таки, формы am, is, are.
потом going to и просто глагол без всяких окончаний. Например, he is going to take part in school football competition. И последнее future simple, самое легкое время, да? Подлежащее, помощник will и плюс глагол без всяких окончаний в первой форме. Так, да, обратите внимание, это у нас все предложения с глаголом, с наши указатели все, которые мы здесь видим. Теперь давайте попробуем сами сделать. Сейчас будем тренироваться. Итак, it is raining. Идет дождь. Что происходит? My umbrella, да, зонтик. Собираюсь взять зонтик, либо возьму зонтик. Тут можно и going to использовать, и просто длительное время, как запланированное действие. I am going to take, либо I am taking. The plane in New York at 22:06, да, без 26. Это точно он прилетает, поэтому is arriving, глагол движения, да. He, his work next Saturday. Он закончит свою работу в следующую субботу. He is finishing, да, или he is going to finish. Он собирается закончить, либо закончит. The football match tonight. I am watching, или I am going to watch. Я собираюсь посмотреть, либо я посмотрю. Они как бы сильно друг от друга, и времена-то эти не особо отличаются. I hope you, смотрите, hope, указатель. То есть надеюсь, не уверены. Соответственно, you will, будущее простое. You will pass the examination. Следующее. Да, это наши ответы. Так, следующее задание. Вот у нас есть предложение. Нам необходимо их классифицировать по табличке. Когда они используются? То есть действия, которые запланированы и подготовлены, действия, которые собираются совершиться, и действия, которые, может быть, будут совершены. То есть это зависит от того, какое время здесь используется. Давайте сами подумаем, когда будем какое время использовать. То есть действие запланированное и подготовлено – это настоящее длительное или present progressive. Действие, которое собираются совершить – это у нас конструкция going to. И действие, которое может быть неуверенно – это future simple. Итак, разбираем. We are going to the country tomorrow. Are going – длительное время, поэтому сюда, да? Great, it's a good idea. Where are we staying? Опять, где мы остановимся? Вот оно время. Are и глагол с иным обучением. Поэтому первое предложение мы тоже ставим сюда. Действие подготовлено и запланировано. We are staying at a hotel. Опять сюда. Да? We are staying. Длительное время. И тут, смотрите, дальше идет. You will like it there. Мы не уверены. Так что здесь можно сюда его поставить. I am happy. I'll swim a lot. I will swim. Опять сюда. Of course, and there is a horse club there. Your father is going to go horse riding. Вот он, да, собираться. Is going to go. И I'm going to ride опять сюда. Да, потому что I am going to ride. Вот у нас ответы. Посмотрели, проверили себя. Дальше. Здесь у нас есть вырезанные слова из каждого. Да, предложение по цифркам. Наша задача расположить их. Поехали. What are you reading, Laura? It's my sister's plan for the students' holiday. My sister to the USA. Да, months. A month. Поехали. Is going, will go, goes. My sister to the USA. Считаю, что здесь, да, is going, потому что здесь запланированное действие собирается. Да, это запланированное действие. Is going, длительное. Ну, через месяц, in a month, да. In a month, устойчивая фраза. Следующее. Так, really, it must be very expensive, magic, fantastic. Итак, but it is not a trip for fun, да, то есть, скорее всего, это будет предслово expensive, дорогой, да, это очень дорого поехать в США, конечно, дорого. Дальше, she is going to work there, and in August she will some American cities. They are in her traveling plan. Watch, tour, go. Так, что же у нас будет? Tour, go или watch? Подумайте, потом проверим. Так, следующее. What city is she visiting? Does she visit? She will visit. Ну, понятно, здесь подходит только у нас запланированное действие. Is she visiting? She is to New York and Washington. She
is going, да, собирается, действие, не собирается, а поедет, запланированное действие. She's going to New York. When is she arriving? Да, и предлог нужно выбрать необходимый at, in, to New York. Какой из них будет? Подумайте, решите сами, мы проверим. Дальше. On the 4th of July, that's great, she celebrates, will celebrate, celebrate. Отметьте, да, will celebrate. Так, Independence Day with Americans, it will be interesting. I know she will relax, get to, arrive. Ну, понятно, что здесь relax, да, расслабиться. In the park and watch a parade. And what is she doing now? Что она сейчас делает? Да, это у нас длительное время уже, но уже не для выражения будущего действия, а которое происходит сейчас. Да, now. She is at home. She is going to look for, is looking for, looks for. She is looking for information about the USA in the internet. Давайте проверим, что у вас получилось. Особенно меня интересует вот это, да, четвертое, которое я попросила посмотреть. Надеюсь, у вас у всех вышло, что это слово tour, да, посетить, имеет в виду, проведет какие-то экскурсии, пойдет по экскурсиям. И седьмое, там, где я вас просила, поставить предлог. Все-таки куда же мы с вами, какой предлог будем использовать? Конечно, это предлог in. She is going in New York. Так, хорошо. Следующее. So what is children, the children are planning their August holidays. What is different about their plans? Что разного в их да, планах? Составьте диалоги. Complete the conversation. So, what are you going, what are you doing in August? Какое поедем? Ну, понятно, если мы берем время, в котором задаются. What are you going in August? What are you doing, sorry? What are you doing? Да, в длительном времени, соответственно, в длительном отвечаем. I'm going to my grandparents. What are you doing in August? I don't know yet. И тут мы отвечаем. Я не знаю. Да, соответственно, maybe I will go to my grandparents. Мы не знаем, потому что не уверены. What are you going to do in August? Опять. I'm going to visit my grandparents. В каком задали? С конструкцией going to. Ниже ответили. Вот они ответы. Давайте дальше. Здесь мы потренируемся просто задавать вопрос. Мы помним, что когда мы спрашиваем о дальнейшей инструкции, что-либо действие, мы задаем вопрос, используя слово shall. Shall, подлежащее, глагол и что брать. Ну, просто потренируем. Поехали. И ответим yes, I shall, no, I shall not. Shall I take my camera? Shall I buy some food for the dogs? Shall I take my swimming costume? Shall I wear my comfortable shoes? Shall I take an umbrella? Shall I wear a fog costume? Shall I wear warm clothes? Ну и, соответственно, на эти различные фестивали, на которые мы можем, ну, как бы и задать эти вопросы. Это Folk Festival, Ice Cream Festival, Garden Show, Flower Festival, House Fair, Swimming Competition, Duck Show, Fishing Competition. Ну, допустим, да. Shall I take my swimming costume in a fishing competition, да, на это соревнование по ловле рыбы и так далее. Хорошо. Here is Tom's holiday plan. Use his notes and write how he will spend time in Moscow. Try to do it yourself. Давайте попробовать сделать это самостоятельно. Вот у нас есть дни недели, есть само действие. Используя будущее время, попробуйте сказать. Ну и, соответственно, когда это будет происходить и будет ли это вообще происходить. Вот эти слова perhaps возможно, maybe возможно. И какие, что у вас получилось. Теперь давайте проверим. Так, ну, первое у нас. We are arriving in Moscow at 9 a.m. on Monday. Это у нас что? Запланированное действие использовали длительное время. He is touring Moscow on Tuesday. He is touring Moscow on Tuesday. Запланированное действие, поэтому взяли длительное время. Дальше. Maybe he will visit the Kremlin on Tuesday. Maybe. Возможно, поэтому будущее простое время. Следующее. He is taking rides in Gorky Park on Wednesday. Taking rides. Что? Of course, действие точно произойдет запланированное. Thursday, четверг. Perhaps he will walk around the center of Moscow on Thursday.
Возможно действие произойдет в зале длительное время. Дальше. In the evening. He is leaving Moscow in the evening on Thursday. Тут действие у нас опять-таки запланировано. Мы уезжаем. Следующее. Сопоставить. Ваша задача сопоставить. Match the things they are doing now with that they are doing in the future. Сопоставить то, что они делают сейчас, с тем, что они делают в будущем. И выбрать для каждого события, что происходит сейчас, и, да, и написать слово present, и что происходит в будущем, написать слово future. Итак. Laura is buying a ticket to London. Present. Действие происходит сейчас. Что же произойдет в будущем? She is going to England, потому что Лондон у нас, да, в Англии находится. Sam and his parents are having a picnic tomorrow. То есть у них будет пикник завтра. Что же они собираются сделать или сделают? They are buying food and mineral water. Сопоставьте, пожалуйста, действие здесь происходит в будущем или сейчас. А здесь будущее или сейчас. Попробуйте сделать сами. Дальше. Ray is telephoning the hotel. Делает он сейчас или в будущем? И, соответственно, ищем. He is staying there soon. Да? Тоже сейчас или в будущем? Nelly is visiting Edinburgh next week. Да? Посетит Эдинбург. Почему? She is asking about interesting places to visit in Scotland. Потому что Эдинбург, это в Шотландии находится. Соответственно, где здесь у нас будущее, а где у нас настоящее? И последнее. Christine is asking her mother to meet her on Friday. She is coming home from university for a weekend. Где настоящее, а где будущее? Теперь давайте посмотрим. Итак, мы сопоставили, теперь смотрим. Buying ticket to London at the present. Соответственно, Sam and his parents are having a picnic tomorrow. Это future. А что они делают? Это вот сейчас, да, происходит. Вот это вот, да, у нас где они? They are buying food. Это сейчас. Ray is telephoning the hotel сейчас. Nelly is visiting Edinburgh next week. Это future. Christine is asking for her mother to meet her on Friday. The present. She is asking about her present to Scotland. Это present. Что вы здесь не рассказали? Да, she is coming from university for a weekend. Это у нас future, да, приедет. She is asking about interesting. Это present, да, сейчас происходит. Да, вот продолжение, которое мы не сказали. Так, задаем вопросы. Тренируемся задавать вопросы. Да, вот они у нас вопросы. Давайте потренируемся их задавать. Where you go to Edinburgh? I can't wait to go there. Можно задать вопрос длительного времени, да? Where are you going? Куда ты собираешься поехать? Или where are you going to go? Просто to Edinburgh. I can't wait to go there. Oh, how lovely. Visited by botanical gardens? Of course. Are you visiting? И are you going to visit? We have planned. У нас запланировано, поэтому are you visiting? Так, when visit Edinburgh Castle? When are you visiting and when will you visit Edinburgh Castle? Так, on Friday, скорее всего, when are you visiting или when are you going to visit? Следующее, go to Edinburgh Festival. I don't know yet. Maybe I, да, will go there on Friday. Тут, so, опять можно задать либо в длительном, либо в планированном действии, либо даже в простом. Will you go to the Edinburgh Festival? Или are you going to the Edinburgh Festival? Вот тут-то точно будет у нас простое время. Почему? Потому что есть слово maybe. Enjoy your trip. И тут фраза shall I take my camera? Спрашиваем совет. Конечно же стоит. Да, вот они у нас есть. Так. Вот, посмотрите, да, что мы здесь использовали. Ну и домашнее задание, home task. В течение недели прошу вас выбрать один из проектов и написать его, и прислать мне проект на отдельном листочке с иллюстрациями, с картинками, с рисунками. Две темы проекта, My Future Holidays, мои будущие каникулы и мои планы на ближайший уикенд или выходные. Так, что в первом пишите? Write about your future holidays. Пишем о своих будущих каникулах.
Что конкретно? What are you doing on your future holiday? Что вы будете делать? Опять обратите внимание. Are you doing? Запланированное действие. What are you going to do? Что вы собираетесь делать? Конструкция, да? Going to. И что вы, возможно, будете делать на своих будущих каникулах, именно летних. Следующее. Ну, тут понятно, иллюстрации к вашим будущим действиям. Планы. То же самое, только немножечко ограничено, да, во времени. Тут у нас на каникулы, которые будут ближайшие, а тут на ближайшие выходные. Что вы... What are you doing? Запланированное действие, длительное время. Что вы собираетесь делать? И что, возможно, вы будете делать на... в течение каникул. О, не каникул, извините, уикенда, да, выходных. So, I hope you like our lesson. See you next week. Goodbye.